Всем дискорд, с вами лорд Альтаир. И сегодня, наконец-то, финальное прохождение игры Marvel Битва Чемпионов. Задание «Кровь с ядом. Симбиомант». Да, я думал, этот день никогда не достанет. Переходим в наше задание. Тут нет, не герой, мастер. Вот он. Роковая битва. Вот наше... Вот мое войско погибели. И, разумеется, именно для этого задания я подготовил самое лучшее усиление. Пока мое секретное оружие еще не зарядилось, мне придется держаться как есть. Фу, это было отвратительно. Он был похож на этого полужмурика. Как он нас назвал на этот раз? Он говорит, что рядом есть еще симбиоты. Мы уже рядом. Инвацитаур, если мы увидим еще кого-нибудь из наших друзей под контролем симбиоманта, мы должны освободить их. Будь начеку. Так. Нет. Сначала... Надо вспомнить короткий путь туда. Так. 1, 2, 3, 4. Да, вот короткий путь. Еще, конечно, можно взять вот этот путь. Вроде тоже ничего. Тут и здоровье можно восстановить. Так. Идет он куда? Красный череп реально может задать жару. Ну ладно. Давайте по вот этой тропе пойдем. А, все равно нужно победить сначала вот эту штуку. Так. Смеется. Используем усиление. Так, это все для моего секретного оружия усилки. Мне надо обычную усилку. Так. Вот, на 30% на час. Давайте. Вот это я понимаю все. Так. Ну давайте, поехали. Погнали. За победой. Надеюсь, босс не будет таким уж сложным. Пока у меня нет секретного оружия, которое еще заряжается, можно так сказать. Давайте. Поддал, что за бред вообще? Прекратить. Да вообще, ну ебаные глюки. Ну... Нет, ну нафиг такой вообще. Вообще глюки у меня. Нафиг! Какой это блок вообще? Сожгла у меня. Ну, какой бред вообще. Что за глюки у меня? Чего у меня все тупит? Я же нападал первый. В смысле, как она мой... И какой автоблок вообще? Откуда он? Что за бред вообще? Неважно. Наверное, лучше пойти по этой тропе. Ага, шас. Тут еще больше врагов. Тут все... Тварь бить. Блин, вообще.
бред вообще? Что хрень происходит? В смысле, я вообще не мог отпрыгнуть? Че, ну... Хилл надо качать срочно, а то я просто сдохну. Опять отпрыгивать? Ну зачем? Я не хотел отпрыгивать. Нафига этот прыжок, ёбаный? Да, серьезно? Этот прыжок работает, когда не надо, либо не работает, когда надо. Да, в смысле автоблок? У него нет автоблока, даже не написано, что это... Что за бред вообще? Самая глючная игра в мире вообще. Прыжки работают, когда не надо, и не работают, когда надо. Зачем-то автоматическая усиленная атака и какие-то еще мелкие глюки вообще ненавижу. Что за бред вообще? Да, куда нажал? В смысле, чё за бред? Чё произошло? Ну, нет, ну нафиг. Чё вообще? Да я не хотел этим сражаться, я вообще другим хотел. Это мой главный персонаж. Глюки на каждом ходу. Персонажи ставятся не те, которых я не выбирал. Кнопки сами нажимаются, да еще и прыжки работают как попало. Агхия! Питер, что еще за нафиг? Перестань! Присоединись к нам, Гвен. Ага, уже бегу. Что с тобой, чел? Призыватель тоже станет одним из нас. Ага, сейчас я стану одним из нас. Много глюк в этой игре. На одну игру, мне кажется, слишком много ошибок всяких, нажиманий кнопок случайных и автоматических прыжков не туда, либо вообще не работают эти прыжки.
Нет. Да, спасибо, Клёха. Так, спасибо, я не хочу его спецатаку завершать. Это у меня кирдык нет одним махом. Ты используй свой... Да... Ну вообще... Дурацкий прыжок. Да... Ну, спасибо этому прыжку, разумеется, я сдохну. Потому что у меня... О, спасибо, Клёха. Больше пользы, она хотя бы жизни позволяет восстанавливать персом. Скорее бы свое супероружие зарядить, даже можно будет легче проходить. Давайте это перца замочим. Как-нибудь. Так, вот этого нельзя все трогать. Почему я не смог отпрыгнуть далеко? Это вообще нельзя трогать. Вот это... Чем плох этот перец? Его нельзя трогать. Используй свою спецатаку, например. Не хочу тебя бить. Если меня сейчас прибьет, то что нафиг они... Это один... Ненавижу, когда враги копят свои спецатаки до третьей, чтобы убить меня еще легче. Нафиг это... Хела, ты тварь, меня не спасла. Ненавижу, когда враги копят свои чертовы спецатаки. Нафига это нужно? Только все портят. Плюс 20 на 20% сильнее мой удар будет для тебя. Давай, давай его. Минутки. У него много жизни. Давай сайну не убьешь. Вот так. Я почти что бессмертный против тебя. Все, вот так. Что у нас дальше? Какого осла замочить надо? Следующего. Да, это не самый сложный. Мы почти добрались. Смотрите, это портал, откуда лезут симбиоты. А вот и наш симбиомант.
Инвата Таур, я могу снова призвать моих предков на помощь, и мы сможем отвлечь его, пока Джерика займется колдовством. Но они не смогут продержаться во вне меча слишком долго. Тебе придется действовать быстро. Конечно же, если брать опять этого перца. Даже с усилением они дохнут как мухи. Хорошо, что у старых перцев. Автоблок, значит. И у меня остался один носорог для босса. Благо он мистические, а научные сильнее мистики. А носорог у меня научный. Хотя что есть носорог против перца с 20к очков? Да, давай. Финальный босс. Чего? Чего вы пытаетесь добиться? Ваш верховный маг был слаб и беспомощен. Я то, до чего он никогда не смог бы возвыситься. Вся его сила ушла в то, чтобы остановить безумного титана. А я явил силу, которой он бы даже не осмелился прикоснуться. Агрессивная эволюция, тайные знания. Я могу адаптироваться к любой угрозе в любом измерении. Хватит этот гнойный прыщ слушать. Ну, в этот раз я с тобой согласна, меч. Давай разорвем эту нечестивую связь. Инвата Таур! Джерика, давай! Так, финальный босс. Насколько он силен. Особо ничем от утки не отличается, хотя с уткой пришлось повозиться. Ну, по крайней мере, синергия против осьминога действовать не будет. Требезги. Способности нейтрализации сокрушают противника, нанося 1500 прямого урона за каждый нейтрализованный противник. Ну, давайте. Так, грязь. На телефоне. Поехали. Осьминогам, наверное, лучше будет использовать всегда вторую атаку. Она самая мощная. Да, тоже мне босс. Давай. И это босс. А, стоп, он нас тоже урон. Урона. Если я на него, урона наношу. Запусти рот. Какой серьезный босс.
Серьезно, какой-то несерьезный босс. Это босс? Да я суткой провозился, сколько времени. Это не босс. Это отсос. Насос, короче. Если Хела меня оживит, то тогда я задам ему жару. Нет, ну серьезно, это не босс. Это не босс никакой. Даже вот предыдущие враги были гораздо сильнее. Да, вред он может нанести, потому что наносит урон, не нападая. Ну, давайте. Пару оживлялок потрачу на него тогда, наверное. Ну, почти подох, ну, ладно. Электрик может справиться. Хотя нет, я лучше опять носорога возьму, серьезно, носорог против него лучше идет гораздо. Но это не босс. Это не, был не босс. Против кого я сражался? Против таракана. Это серьезно. Это не босс. Прямо так назову видео. Это не босс. Потому что кроме как... Какой-то жук, а не босс. Ну ладно. О, ух ты. Я получил один катализатор. Интересно, может, тогда и не надо исследовать эту миссию на 100%. Толку я уже получил катализатор. Ну, нет, ну серьезно, это был не босс-то. Я не знаю, кто это был. Сильно, 2к кредитов? На полчаса? Да ну нафиг вообще. Тоже мне приз. Тратьте деньги, чтобы его купить. Ну, серьезно, это разве был босс? Нет, ну я не верю, что это был босс. Это серьезно, это был не босс. Ну, какой-то классовый кристальчик получил. Отлично. Это была самая лучшая битва. Я ошибался на этот счет. Даже при всех глюках. Боссы у них просто ужасные. Давай. Два носорога подряд. Ну, дубль трехзвездный носорог есть, так что он. И покачаем персов там. Сейчас, откуда у меня грязь на телефоне? Появляется из ниоткуда. О, красный Халк, у меня такого нету. Хотя и трехзвездный, ну да ладно. Хоть что-то давай. Кыш. Открываем дальше кристальчики наши. Тут всякие улучшалки. Так. Вот четырехзвездные вот эти коронные камни будут хорошо, отлично пойдут. О, можно моих перцев улучшить. Повысить им силу. И Хела скоро тоже будет улучшена, получается. Улучшаем, улучшаем, тут все улучшаем. Не, а сколько еще тут? Ну, еще полчаса. А поисследовать мне, интересно, немного... предыдущую главу этого уровня. А давайте поисследуем. Сначала получаем наших перцев, конечно же, Анжелу.
звездные. Пятерка, например, получится. Спасибо вот на это. Ночной пример, шикарно силен. И электрик. Да, электрик получит. Больше урона наносить будет. Улучшаем. Опять глюки. Просто, если хотите, все, просто перемотайте подальше. Сразу к концу просто перемотайте и все. Те, кто не хотят смотреть, как я улучшаю свой перцев. А, кстати, вот. Мое секретное оружие надо улучшить. Вот оно. Давай. Да. И да. Ну, давайте. О, я что, могу еще паучка усилить? Ну, давайте. Тоже пусть будет. Так, пусть будет паук. Двух звезд. Посмотрим. Кого еще тут можно поулучшать? Так. Давай без глюков только. Слишком много лагает. Так, коню силы. Ну да, нам до 4 ранга. Сколько там нужно до 4? Пять штучек. Так, поехали. Лучше проходим слегка этот уровень еще. Вот этот тип перец не такой уж крутой. С ним гораздо легче будет справиться, пока мое секретное оружие не заряжено. Симбиот мой. Придется бить пока предыдущие главки. Да, да, мы это все уже прошли. Давайте, давайте. И скоро хела моя будет прекрасна, когда я ее повышу на следующий ранг. Она всех перебьет. Дело очень скоро получится. Такой же силовый будет Хела на
третьем ранге примерно такой же силы. Так. Идем дальше. Ну, кого тут есть, побью, а потом уже на кого энергии хватит, того и побью. Да-да. Пока у меня усиление действует. Не оставлять же его на выброс. Еще полчаса. Есть. Давай, грузись, только быстрее. Хочу побольше поисследовать, пока у меня усил действует. А то потом его не будет. Тормаживать тут стало. Так, сколько там запись включена, да? Реклама. Так. Вот мне надо было же самое сильное силу включать. Вопрос. Напомню. Блин, попрохожу я тут, поисследую, чего уж все зря энергию тратить. Приветик. Одам на ран. Даже нет, я слегка сильнее. Куда пойдем? С места пойдем по букве Б. Тут есть серебряный контейнер, который есть мне призы. Тоже там перцы берем. И, как видим, еще время есть на проходить. Смотрим, сколько еще усиления будет длиться. Ну, 27 минут. Отлично. Просто отлично.
Мой носорожек. Погода и 5 градусов на улице. Давай побей ее хорошенько. Ну вообще, в смысле рано. Но она все равно не победит. Против тебя Хелу возьмем. Тогда нафига я покупал оживлялки? Потратил столько кредитов на оживлялки, и что я получил босса таракана? Я пытался отпрыгнуть, но не отпрыгнул. В смысле, что за бред? Почему я не смог отпрыгнуть? Почему он блок включил вместо прыжка? Она блок включила вместо прыжка. Нафига это нужно было? Нафига нужно было включать блок, если я нажал кнопку на прыжок? Глюков не счесть в этой игре. Как не сработал прыжок? Я хотел прыгнуть. Вот, ты нога. Так. Давайте. Ну, наверное, все же... Хотя, стоп. Сколько времени еще... Вот работать эта усилка. Еще 22 минуты. И сразу босс. Он получит проходить, потому что... Еще времени вагон на прохождение. Либо я могу закончить, и потом спокойно один попроходить.
Хотя да, если давайте вот тут закончим, вот, убьем этого Карнажа и... все. Дальше я один там все поисследую, пройду эту всю миссию и все. С одного удара в блоке. Чё? Убить меня с одного удара в блоке? Чё за бред? Я же блок поставил на защиту. Но нет, меня все равно прикончили. Ну серьезно, вот финальный босс слабее, чем вот даже вот этот жук. Тело спасет от возмездия. Давай, тело, спасай меня. Да, тело. Ты что? Меня нужно было спасти. Почему ты меня не спасла? Почему не восстановила 20%, как обычно на последнем... перед тем, как я сдох? Тело. Вообще... Ну, пора его добивать тогда. Осталось Анжел с полным зарядом жизни и крутой осьминог, который жару задает кому угодно. Пендривается. И наконец-то концовочка. Концовочка. Мы закончили это прохождение, где босс у нас полнейший таракан, который дохнет от двух несильных врагов. Тьфу ты, двух несильных бойцов. И даже не знаю, как назвать. Отискардеть. В смысле, просто изи. Это был самый дохлый враг, которого я встречал. У меня 13 дней до исследования всего задания, плюс крутой симбиот, которого я, кстати, знаю, что как освоил, как убить босса, положить на лопатки за 1, 2, 3, и готово. И всем дискорд, с вами был Лорд Альтаир. Пока!